Всем хай! С вами Юджин. И сегодня, ребят, у нас будет необычное видео, поскольку сейчас я буду петь. Да, я понимаю, это странно, ведь у нас тут игровой канал. Но с другой стороны, да, какого хрена мы должны ограничивать себя? Не надо ставить себе рамки, надо смотреть шире. Короче, в чем фишка? Наверняка вы все помните балладу о белой акуле Аркадия Анатольевича из Stranded Deep, в которой он изливает душу и рассказывает о своих чувствах ко мне, к персонажу моему в этом сериале. Я понимаю, это чушь собачья и полнейший бред, но мне очень нравится эта песня. И еще когда я ее записал только, я прям слушал, и мне прям чуть ли не до слез. Вот настолько она мне понравилась. И еще тогда, когда я только выпустил то видео, мне очень хотелось исполнить эту песню для вас вживую. Но я что-то стеснялся немного. Да. А потом я подумал, а какого черта? Давайте запишем эту фигню. Мне слишком нравится эта песня. К сожалению, музыку не я написал, потому что очень клевая музыка. Я написал только текст. Я очень, ребят, надеюсь, что вы не поймете меня неправильно. Я записываю это видео не для того, чтобы поддануться, мол, как я офигенно пою. Я не профессиональный вокалист. Я пою очень криво, хреново и зачастую не в ноту. Но душа поет и требует. Поэтому сейчас это произойдет. Я думаю, эта песня по-настоящему отразит всю ту гамму чувств, которые я испытываю к вам, ребят. Окей, поехали! Как огорчен я, что аж небо потускнело, в моей душе огонь погас. Придется мне казнить Евгения, какой же после этого я? Одинокий, я знаю, что не в рифму. Я вечно буду помнить то тепло твоей подушки. Как сильно я мечтал о том, что буду твоей шлюшкой. В фантазиях моих был ты и я, и виброплот. Я снизу, вы сверху, непонятно, кто кого припев. У меня стоит вопрос один: могу ли я забрать себе трусы, что ты носил? Не в силах я унять, не знаю, как остановить ту печаль, что разъедает мое сердце. Съедает мое сердце изнутри. Ну, вот и все, ребят. Я надеюсь, вам понравилось. И также надеюсь, что это видео не будет воспринято как мое желание понтануться своими вокальными данными. У меня их нету. Я делаю видео только для того, чтобы самовыражаться и становиться чуточку ближе к вам, ребят. А, ну я знаю, что хейтеры наверняка задизлайкают это видео, напишут, какое я говно. Да и пофиг на них, ребят. Цель данного видео — подарить еще немножечко положительных эмоций вам, моим любимым подписчикам. А также напомнить вам, как сильно я вас люблю и как сильно я вас ценю. Огромное, ребят, вам всем спасибо, что вы есть здесь, что вы со мной и что вас становится больше. Вы самые лучшие, оставайтесь такими же. Вот и все. Для вас горланил Юджин. И для всех доску своих людей. Огромная, мощная и дружеская любвеобильная петюля. Вы готовы? Раз, два, три и пять!